Президент России Владимир Путин считает, что сейчас нужно поддержать премьер-министра Армении и его команду в исполнении решений по прекращению огня в Карабахе. Об этом он сказал на онлайн-заседании Совета коллективной безопасности. По словам президента России, руководство Армении и лично председатель правительства вынуждены были принять очень сложные, но необходимые для народа Армении решения. Путин считает, что это были болезненные решения, но в то же время необходимые и требовали большого мужества от премьер-министра. Это очевидная вещь, и каждый из присутствующих на этом совещании понимает степень ответственности при принятии решений подобного рода. Пашинян эту ответственность на себя взял, подчеркнул президент России.